Приветствую вас, Никита. Мне как думается, что то, о чем вы говорите, это вопрос приемлемости. То есть что такое, ну что я имею в виду, да, говоря вот про приемлемость в данном случае. В данном случае, говоря про приемлемость, я имею в виду то, что для вашей девушки, вероятно, не совсем приемлемо, когда вы вот, ну, для нее вот, ну, делаете какие-то вещи, она чувствует себя обязанной вам. И мне кажется, что даже если вы будете говорить, что нет, ты мне ничем не обязана, ты ничего мне не должна, и так далее, все равно она будет себя так чувствовать, ну потому что она себя уже так чувствует. Вот, и что-то сделать с этим, наверное, на данный момент такой вот возможности не представляется. Вот. Ну, по крайней мере, я такой возможности не вижу, да? Вот. То есть, да, можно. Можно постепенно, ну, донести до нее, что вы на самом деле не хотите ничего от нее. Ну, как бы, что вы там на самом деле не хотите, чтобы она была вам чем-то обязана и так далее. Можно. Но на это нужно время. Вот. И время, ну, к сожалению, ну, довольно вот такое, я бы сказал, прилично, да, то есть, ну, я не знаю, сколько вы в отношениях, да, находитесь, я не знаю, сколько вы находитесь в отношениях, но мне кажется, что какое-то время вот все равно должно пройти, чтобы девушка там повыкла, да, чтобы она поняла и, может быть, как-то вот приняла то, что вы для нее хотите, то, что вы для нее делаете и так далее. А сейчас она, естественно, опасается, вот, сейчас она, естественно, ну, естественным образом, как мне кажется, боится и естественным образом переживает, вот. То есть это мне не кажется чем-то таким необычным. Вот. Самое главное, что мне кажется в этой ситуации вы можете сделать, это снова и снова, демонстрировать ей свое отношение, да, снова и снова показывать ей, как вы к ней относитесь, чтобы любые вот сомнения, да, любые страхи у нее потихонечку уходили. Вот. Ну, то есть любые сомнения, чтобы у нее потихонечку сходили на нет. Вот. Я думаю, что это едва ли не единственное. Способ, которым вы реально владеете, потому что любой другой способ, да, там,
например, ну, не знаю, попытка, например, навязать что-то ей, вот, попытка доказать что-то ей, на мой взгляд, будет, ну, довольно-таки негативно, вот, потому что она будет это воспринимать скорее в штыки. Вот. А вместе с тем, на мой взгляд, достаточно важно, чтобы вы говорили ей о своих чувствах, чтобы вы говорили о том, что ну, вам, например, неприятно, да, что вам, например, ну, допустим, ну, больно от того, что он, она, там, не знаю, думает, например, что вы хотите, там, ее, не знаю, к чему-то, может быть, принуждать и так далее, да? Вот, да, но на самом деле ничего такого нет и близко. Вот. Вот как бы, я думаю, так, то есть свои чувства, которые есть у вас, необходимо выражать, необходимо демонстрировать, вот, чтобы она видела, что вы искренне, чтобы она видела, что вы, ну, настроены весьма серьезно, чтобы она видела, что вы настроены весьма ну, позитивно по отношению к ней, вот, чтобы у нее не возникало каких-то вот таких моментов. Вот. Постепенно это будет уходить. Вот. Но рассчитывать на то, что это случится быстро, да, рассчитывать на то, что это произойдет вот быстро, я бы, конечно, не стал бы, потому что, ну вот, такие люди, это касается не только, ну, не только вашей девушки, вот, это касается многих людей, которым сложно принимать подарки и так далее, ну, вот, ну, и им нужно достаточно вот большое количество времени, к сожалению, чтобы вот как-то принять, ну, принять вот этот момент, что можно просто получать, да, что можно, ну, просто вот что-то для себя получать, что можно просто для себя просто принять можно вот что-то, да, и сложно, это очень сложно некоторым людям принять, вот, поэтому я думаю, что вам нужно набраться здесь терпение, вот. Набраться терпения и не спешить, не торопиться, вот, позволить и девушке себя проявлять, вот, и вам себе проявлять тоже. Да, то есть, ну, хорошо, например, ты не хочешь, там, к примеру, цветов, да, или там чего-то еще, ладно, не страшно, но вот я хочу для тебя там что-то сделать, ну, к примеру, вот. Вы можете примерно такие изъявлять
желанным. Вот. И мне кажется, что в целом это будет ну, куда более позитивно. Вот. В целом это будет куда более конструктивно, вот, чем то, что вы делаете, например, сейчас, да, когда просто вот пытаетесь там, не знаю, просто заставить, например, просто заставить девушку, ну, принять, да, принять вот, вот этот момент, например. Как-то вот мне кажется, наверное, таким плюс-минус может быть мой ответ вам здесь. Вот. Хотя я и отдаю себе отчет, что может быть ситуация несколько глубже, да, и может быть, ну, может быть, у вас есть там еще какие-то сложности, у вас есть там еще какие-то трудности, и может быть, не все нам как бы известно. Вот. Такой момент тоже нельзя исключать. Вот. А обязательно то, что нужно, мне кажется, вам сделать, это спросить себя самого, зачем я делаю вот, ну, это. То есть зачем я хочу, к примеру, что-то вот, ну, для девушки делать, да? Вот. Хочу ли я это, например, больше делать для нее, или хочу я это больше делать для себя? Вот. Мне кажется, это такой очень, очень важный момент, потому что если вы не будете с собой сами честны здесь, если вы не будете, если вы не будете себе признаваться честно в том, как вот ситуация, ну, происходит, то я боюсь, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться, вот, вы будете обижаться на, ну, на девушку в том числе за то, что она не принимает ваших действий, она будет чувствовать себя виноватой и, соответственно, будет от вас пытаться быть подальше. Вот, что, конечно же, вряд ли является тем, чего вы хотите. Вот, это вполне нормально, вполне естественно. Вот, вот как-то так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. А немаловажную роль играет и то, какие у вас в целом отношения с девушкой. То есть если если ваши отношения с девушкой достаточно поверхностные, например, ну, допустим, вот, то это может быть проблем. В каком смысле? Если ваши отношения касаются только взаимодействия, например, мужчины и женщины, да?
То есть, если вы видите, что человек слишком много значения уделяет этому, вы можете переключить свое взаимодействие на более личностные вещи, вот, на какие-то занятия, хобби, совместные дела, чтобы получить больше возможностей для соприкосновения, чтобы получить больше возможностей для, ну, для взаимодействия, скажем так. Вот. Потому что если этого не будет, если этого не будет, вот, то сложнее будет раскрыться человеку. Вот. Сложнее будет раскрыться, ну, девушка, вот, с вами. Сложнее будет раскрыться просто, ну, просто. Вот, просто будет тяжелее. Она, конечно, может быть, и раскроется, да, но это будет просто дольше по времени. Просто, ну, просто больше времени это будет занимать. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. С другой стороны, варианты могут быть разные, и ситуации могут быть разные. Поэтому я, наверное, не буду со стопроцентной уверенностью утверждать. Вот. Здесь разные, просто действительно могут быть довольно разные варианты. Вот. Вот, наверное, как-то так. Какой-то вот такой ответ я бы мог вам дать сейчас с точки зрения вот психологии, с точки зрения вот психотерапии, с точки зрения своего опыта и с точки зрения своих взглядов, с точки зрения своих взглядов. Вот. Я думаю, примерно такой ответ. Хочется пожелать вам удачи, хочется пожелать вам терпения. Я понимаю, что далеко не всегда это терпение есть, вот, что иногда это раздражает. Вот, мне очень жаль, что в такой ситуации вы оказались. Мне очень жаль, что, ну, вот в таких условиях вы оказались. Я не хочу, чтобы вы думали, что это сочувствие, что это жалость, точнее, к вам. Вот это сочувствие, это понимание, что вам тяжело сейчас, понимание, что вам трудно сейчас, вот, но, тем не менее, раз вот так получилось, да, раз вот такая, ну, в такой ситуации вы оказались, то нужно, как мне кажется, это, ну, как-то вот принимается, да, вот, как мне кажется, раз в такой ситуации вы оказались, то нужно в большей степени смотреть именно на то, как вы к девушке относитесь. Ведь по большому счету это такая проверка ваших чувств, проверка вашей серьезности, проверка вашей, может быть, любви. Вот. Хотя, конечно, я понимаю, как это звучит. Вот. Я понимаю, как это, ну, как это может звучать. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы это звучало вот
таким образом. Но, тем не менее, я думаю, что вы и сами, в принципе, все понимаете. Я думаю, что вы сами все понимаете. Поэтому спросите себя, чего стоит, например, девушка, вот, стоит ли для нее и ради нее так вот вам напрягаться, вот, хотите ли вы напрягаться? Если не хотите, то лучше, наверное, сразу себе в этом признаться. Вот. Сразу признаться в том, что чего-то вы не хотите. Вот. И на берегу уже, ну, договариваться. Вот. Мне кажется, это, ну, довольно справедливо, в том числе и по отношению к вам, вот, в том числе и по отношению к девушке. Потому что, ну, никому не будет лучше, если вы будете, например, себя как-то вот заставлять, если вы будете себя как-то вот принуждать, если вы будете чего-то ждать, этого всего не будет происходить и не будет происходить. Вот. Я думаю, что как-то вот, наверное, так. Какой-то вот, наверное, такой ответ мне бы хотелось вам сейчас предложить. Вот. Давайте на этом закончим. Я надеюсь, что вам мой ответ понравится. Надеюсь, что определенные выводы вы для себя сделаете. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Это поможет вам двигаться вперед, это поможет вам, ну, может быть, лучше себя как-то вот понять. Вот. Это, вероятно, даст вам новый, ну, новый толчок к тому, чтобы вывести ваши отношения на какой-то вот новый уровень, который сейчас вам, может быть, кажется недоступным. Но тем не менее, он более чем реален, этот уровень. Вот, вы можете, в принципе, на него выйти. Вам нужно только, ну, посмотреть, вот, насколько вам все это нужно. Вот, и быть, в принципе, самим собой. Я не думаю, что это для вас будет особенно сложно. А если сложно, то обращайтесь за помощью, мы вам с радостью поможем и постараемся гармонизировать ваши отношения. Вот, постараемся гармонизировать их так, чтобы они были
удовлетворительными для вас и для девушки. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Терпения и успехов.